с подругой организовали небольшое швейное производство. Мы занимаемся производством женской одежды из натуральных тканей, шьем из итальянских тканей. Из-за того, что мы берем стоки, то есть остатки тиражей, остатки рулонов, у нас очень много брендовых тканей, при этом наши российские женщины могут купить платье из натуральных тканей по ценам, которые сравнимы с масс-маркетом. Например, вот такое платье из тонкой-тонкой итальянской шерсти, выполнено из купона. Да, вы можете видеть, что здесь очень интересное расположение рисунка. Спинка отличается от того, что у нас спереди. Мы очень любим работать с купонной тканью, придумываем, долго думаем. Обычно, увидев купон, мы пытаемся найти способ вдохнуть в него новую жизнь, сделать что-то действительно интересное. При этом для нас важно, чтобы то, что получается, подчеркивало особенности женской фигуры, а не разрушало ее. Да? То есть, например, здесь мы видим вертикальную линию, которая будет удлинять силуэт. Платье отрезное под грудью, но при этом фактически незаметны швы. Да? То есть мы получаем единый объект, на котором расположен рисунок, и этот купон выглядит совершенно иначе, чем он выглядит, когда он просто в ткани. Или вот, например, вот такое интересное платье. Да? Здесь мы видим, что у нас акцент идет на линию груди. Это такой намек на русский сарафан. Здесь с точки зрения цвета, с точки зрения архитектуры расположения элементов считывается тактичный русский стиль. При этом, опять же, этот силуэт будет работать на женскую фигуру. То есть здесь будет, опять же, много вертикальных линий, которые будут удлинять силуэт. Здесь будет акцент на грудь. Здесь очень интересное цветовое сочетание. Купон в рулоне выглядит как скатерть. То есть это рисунок, который не идет равномерно, не заполняет равномерно ткань, а повторяется с какой-то периодичностью. Да? Например, вот это платье тоже выполнено из купонной ткани. Фактически рисунок был разделен на две части. Шла с одной стороны полоса вот с этим рисунком, с другим они чередовались. Да? И точно так же мы сделали это чередование в платье. При этом оно абсолютно гармонично сочетается по массе, да, то есть у нас чередуется в шахматке этот рисунок. Сзади платье точно так же, все собрано. Купон завершался вот такими элементами, и именно по этим элементам выполнена состыковка различных деталей платья для того, чтобы это все выглядело органично и, опять же, создавало единое пространство. Шикарно, большое.